Здравствуйте, с вами Елена и добрые кулинарные рецепты. Я предлагаю вам приготовить очень вкусную и сытную фасоль с овощами в томатном соусе. Эта фасоль запекается в духовке. Можно запекать ее в глиняных горшочках или в специальной жаропрочной посуде. Итак, приступим. Фасоль замачиваем на ночь в воде комнатной температуры. Утром воду сливаем, заливаем в кастрюлю новую чистую воду, холодную, и высыпаем фасоль. Доводим фасоль до кипения и варим после закипания полчаса. Солить фасоль не нужно. С отваренной фасоли сливаем воду и нарезаем овощи. Кабачок нарезаем маленькими кубиками. Если кабачок молодой, можно не очищать его от кожуры. Морковь очищаем от кожуры и мелко нарезаем, либо измельчаем в блендере. Я собираюсь измельчить морковь в блендере. Теперь закладываем в блендер помидоры, добавляем нарезанный базилик, орегано, соль и масло. Взбиваем все в блендере до образования томатного соуса однородного. Соус получается вот такой консистенции. Выкладываем соус к фасоли с овощами. Я готовила соус в два захода, потому что у меня небольшой блендер. Так, теперь перемешиваем. При желании можно добавить перца. Раскладываем фасоль с овощами в глиняные горшочки. В каждый горшочек добавляем немного горячей воды. Закрываем горшочки крышками и ставим в духовку. Запекаем фасоль в духовке при температуре 180 градусов 40 минут. Фасоль с овощами в томатном соусе готова. Приятного аппетита!